Всем привет, братья и сестрицы, с вами Валерий, и мы, как вы уже узнали, проходить начинаем игру под названием Far Cry 1. Это, можно сказать, классический, наверное, да, можно уже первую часть можно отнести к классике. Это классический шутер, довольно хардкорный, в принципе. Вот, я проходил ее очень давно, короче, в школьные годы, по-моему, до конца, я не помню, до конца я прошел или не прошел. Я помню, что на среднем, вот, я в каком-то моменте очень-очень страдал, короче, я его помню, там были огромные такие с базуками, что ли, если я игры, конечно, не путаю, с базуками огромные такие монстры, короче, они там, их много-много-много было, кишило просто кругом. И мне просто, я не знаю, мне ничего вообще не сделать было, вот. Я еще помню, там локация какая-то с вулканом, что ли, каким-то, или что-то, ну там лава была, короче, вот. Я вот не помню, прошел я или нет. На то время я вот на среднем страдал в этом месте. Ну и по ходу игры тоже самой тоже были моменты хардкорные, вот. Сейчас мы будем, короче, испытывать судьбу на сложном. Вот, так что будет гореть пукан, это стопудово, потому что игра хардкорная сама по себе, в традициях классических шутеров, вот. И с вас за мое подгорание, короче, подгорание моего пукана, с вас бесценный лайк и подписка на канал, ну, мы начинаем. Итак, мы, короче, очутились. Прибыли на остров, получается, очутились в какой-то пещере, на нас напали, вот. И теперь здесь нельзя сохраняться, здесь автосохранение идет, вот. Я помню, насколько я помню вообще. Так, нажмите кнопку влево или вправо, чтобы сделать шаг в нужную сторону. Ну, это я уже сделал. Насколько я помню, это была, короче, первая игра, в которой враги ведут себя как бы нелинейно. Вот. Допустим, они сначала по одной тактике на тебя нападают, да, нападают. Раз тебя убили, ты начинаешь локацию проходить заново, они уже действуют по-другому, короче. И этим отличался Far Cry. Вот. Если я, ну, если мне не изменяет память, вот. Если что-то не так, то пишите в комментах, короче. Вот. Так, нужно выбираться отсюда. Так. Нужно выбираться отсюда. Окей.
Сразу говорю, что игра в некоторых моментах будет проходиться нон-стопом, поэтому, возможно, некоторые начала видоса, допустим, они будут без приветствия, просто продолжаться будет как бы прохождение. Вот. Но комменты вы все равно пишите, я буду читать, буду рад всем советам, короче, буду озвучивать, как обычно, комменты, которые я прочитал, что и... Короче, как всегда, все будет как всегда, только, возможно, без приветствия. Интро ролика, начало. Так, присесть. Ага. А интро... Так, у нас не фонарик, вообще у нас ни черта нет. Мы в каком-то бункере. Прыжок. Окей. В свое время, блин, игруха была красивая. Ну, сейчас, в принципе, как бы я... Так, лечь на какую... Ага. Я, в принципе, не графодрочер, вот, и... Билетики вот всякие. Вот, в принципе, все равно картинка выглядит, ну, для своего времени огонь. Просто огонь. Пейзажи вообще огонь. Вот. Так что... Какой-то... Бояка, что ли? Мертвый. Здесь, по-видимому, короче, японский или китайский, короче, какой-то военный бункер, что ли. Вот. Можно сказать, короче, будем играть как в первый раз, потому что я ни хрена не помню. Я помню некоторые моменты. Я вот помню вот этот вот, где я страдал, короче, то, что я озвучил в начале. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаю. Есть, есть, сэр. Свободен! Окей. Я, короче, буду выключать камеру на, ну, на заставке, там, на ролике, чтобы как бы, ну, как-то поатмосфернее было, можно так сказать, да? Вот. О чем это я там? Так, шкала скрытности позволяет увидеть врага. А, мне надо... А, я понял. Мне надо, чтобы меня не увидели, короче. Скрытно пробраться. Так, где он? В мою сторону повернут. Здесь, да, здесь фишка, короче, скрытность. Надо, ну, скрытно проходить. Но это очень сложно. На сложном это, наверное, будет вообще дичь какая-нибудь. Я не знаю, по воде он услышит звук воды, если я... Если я сделаю вот так. Так, хорошо. Я пробрался. Пройду здесь на горточках, чтобы он... Наверняка, чтобы наверняка. Так, удерживайте кнопку бег, нажмите любую кнопку движения, чтобы... Ага, я могу бегать. И т.д. и т.д. Опа-опа! Заметьте, что уровень вашей выносливости изменяется, когда вы бежите. Ну, это понятно. Смотри, даже свечение есть. Вот эти вот тени. Кнопка действия. Так, погоди. Кнопка действия у меня... Ага. Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Так, какой-то некий человек, такая, бочки можно сломать, эти сундуки? Я чем-то сразу напомнил, как... Сталкер, ящики эти. Так, ладно, мне нужна какая-то пушка хотя бы, не знаю. Либо я патроны взял, но мне нужно... Я не знаю, у меня ни черта нет. У меня есть только... У меня вообще ни черта нет. У меня коммуникатор. О, во, пушка. Отлично. Пекаль. Стреляйте с помощью левой кнопки мыши. Так, это у нас прицел. Понятно. Ясно, короче. По моим
сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Граната в красной рубашке. Спасибо, Кэп. Опа, вот сохранялка прошла. Ништяк. Озвучка здесь классная. Ну, нормальная. Бука все-таки, озвучка. Русификация. Поэтому будет все окей. Должно, в принципе. Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Так, у меня задание найти в строениях патроны. Патроны... А, я всего-то... У меня всего-то... Всего-то патронов. 9,8. Окей, опа, вертушка. Так, а у меня есть какой-нибудь бинокль там или еще? Я помню, что здесь можно, короче, биноклем отмечать цели. Ну, в принципе, эта фишка, по-моему, есть и в следующих частях. То, что биноклем ты отмечаешь цели, да, на карте. Вот. Механика игры, в принципе, как бы, не, ну, другая. А не такая, как вот сейчас в современных Far Cry. Вот. Здесь довольно такой, знаешь, можно сказать, коридорный такой шутер. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Ладно, я тебя понял. Так, здесь у нас... Вот неизвестно, сколько этих врагов. Так, я могу вот так вот высовываться. Окей. Так, я вижу одного бандюгана. ХЗ, он меня увидит, нет? Ничего там не видит? Лех, он меня видит. Он там! Все, спалились. Вот вам и стелс. Так. А я двери могу? А, бля! Ха. Бляха! Соси! Сам туда. Уже прямо между... Ой, колбаса. Хера они... Хера! Жируют тут. Смотри, просто две палки охеренных колбасы. Окей. М16. Так, у нас на эти... Кушаем мясо. Так, и ножик есть. Ага. Можно там по-тихому попытаться, да, попроходить. Здесь, да, есть механика небольшая стелса, но насколько она хороша, это хз, потому что все-таки игра старая. Так, свинки. Был бы это Far Cry 3, можно было вот этих свиней, короче, зафигачить и запотрошить, короче. Ты кто? Попугай. Ара, попугай ара. Ладно. Так, мне не показано, куда, что, где у меня цели. Так, а свинок я могу отпустить? Да, бегите, свинки, на свободу. Свинья, иди на свободу. Свинья, гулять. Свиньи, гулять. Ладно. Хера там мамба играет такая. Так, это что, доктор Пеппер? Нет, какой-то гин-вагин какой-то. Лимонад. Так, плеймер. Ага, понятно, чем они тут занимаются. Типа плейбоя, да, такая? Плеймек. Так, а это что? Мне это ничего не взять. Взял бы какой-нибудь рюкзачок, не знаю. Патроны-то куда-то складывать надо. Так, я здесь всех перебил или кто-то еще есть? Это что? Фраги. Так, а могу разбить? Ничего не разбивается. Ладно, хорошо. Не презрить. У меня 30 патронов всего. Всего 30 патронов. Так, купаться. В принципе, в игре, насколько я помню, будет довольно... Опа! Здорово. Чел стоит тут такой. Спрятался. Так, пиццу не доели. Бляха, хочу пиццу. Бананов-то сколько? Ёпти мать. Целые коробки. Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. А, во, теперь я нашел, короче, передатчик. И у меня теперь это... Цель. Цель мне вон туда. Окей.
Danger Explosive. Explosive Vest. Здесь можно ездить, короче, на разном виде, короче, транспорте. Но пока, видимо. Пока, видимо, у меня, как бы так сказать, эта способность не открыта, да? Ну, как бы, типа, по сюжету еще не прошло, типа, обучение. Так, а в том бараке я был? Я вот здесь не был, по-моему. Здесь есть кто? А, нет, я здесь был. Здесь плейбой лежит, понятно. Движемся, короче, к цели. Первая серия у нас такая вступительная. Это будет, как бы, как бы так сказать, введение в игру. У нас проблема с винтом. Бригада Альфа, немедленно приступить к ремонту. Проблема с винтом. Короче, какая-то вертушка там. Так, а вот и бинокль. Окей. Обрати внимание, он оснащен усилителем звука и датчиком движения. Доктор Кригер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. С помощью бинокля ты сумеешь их засечь. Окей. Я понял. Это, судя по всему, карта этого острова, да? Жалко, ее нельзя с собой взять. У меня вообще карта есть? Нет. Так, бинокль, отлично. Бинокль, по-моему, даже можно слушать врагов. Вот, я отметил на карте несколько штук. Нихера их там. Несколько штук, говорю. Снайпер. Хорошо. Попугаев не захватывает, у них датчиков нету. Да, подзависло. Так, ладно. Что-то там хотели сказать, короче, я фиг знает. Будет говорить что-нибудь? Ух, отжимается. Короче, как-то улавливает эти голоса, херово. Ладно, понятно. Ты скулишь, что тебе жарко. Какого хрена ты хотел? Мы на тропическом острове, мать его-то. Да, но освежиться все равно бы не помешало. Ветерок подул, что ли? Ветерок? Не смеши мой... Не смеши мой... Понятно. Не смеши мой, он и так маленький, да? Ну, если не жара, то кровососы. Жара, мошки, да что ты все время ноешь? Кровососы? И как тут такие нытики становятся наемниками? Все нормально. Короче, мы их с вами отметили на карте. Теперь надо... Бляха, не убиться бы. Теперь надо как-то... Как-то со стороны, я не знаю, может проплыть? Я могу быстро плавать? Шкала дыхания показывает. Попытайся захватить одну из машин и отправляйся к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Ага. Да, и фишка здесь такая, то что как бы можно вот даже в кустах прятаться, как бы. В принципе. Короче, здесь враги такие же, как и я. Они также видят, в принципе, знаешь, там, если в кустах они. Херово там увидит, шорохи слышат. Вот. Всякая такая, короче, дичь. Этим как бы и славилась Far Cry первая. Так, окей. Игра сохранилась. Мне, как бы, в принципе, можно немножко выдохнуть. Если что, можно погибнуть. Так, новая задача. Угоните машину. Окей. Так, тропинка. Лугаев можно убить? Ага. Вышка. Погоди, вышка? Там на вышке по-любому снайпер. Я не хочу поднимать тревогу. Потому что мне это нафиг не надо. Я его попробую зарезать. Ты слышал? Ничего ты не слышал. Вернись. А, плевать, ерунда какая-нибудь.
Что это было? В смысле тревога? Я же это, по-тихому его убил, как так-то? Какая нахер тревога? И смотри, там лезут. Вон, смотри, бегут. Ну ладно, понеслась ты, да. Чё? Я говорю, стелс здесь, видишь, ну как... Не то, что не проработан, а... Это всё-таки старая игра. Как могли, так и сделали. Либо я такой криворукий стелсер. Он бежит. Здесь, кстати, какие-то приколы должны быть в игре. Они там прикольно должны как-то разговаривать. Готов. И умирают, как бы они, в принципе, реалистично там в голову. Значит, голову там с одного выстрела. В принципе, вроде как. Ну это я говорю, это если мне не изменяет память все это. Если я там игры даже не путаю. Так, там еще двое. Я не понимаю, они идут ко мне или нет. Здесь как-то можно, по-моему, было кидать эти камни. Или нет? Я помню, в этой игре будет, короче, локация такая с этим. Ну, момент с битвой с вертолетом. Ну, я буду биться с вертолетом. На корабле на каком-то, по-моему. Если... ну, в принципе, если я тоже игры не путаю. Так, погоди. Снайпер. Я смогу его отсюда загасить? Да вроде попадаю. Отлично. Так, ну вы-то ко мне идете, нет? А, это получается один снайпер был. И, наверное, второй еще снайпер где-то. А, смотри, еще двое. Наверное, еще вышка какая-то где-то есть. Постараемся, короче, ну... Максимально сколько это, во сколько это возможно, короче, погрузиться в атмосферу и, ну, атмосферное прохлаждение сделать. Я думаю... Кому понравится, тому понравится. Так, в принципе, играем в свое удовольствие. Понятно. Надо спускаться и идти, короче. Только аккуратно. Хорошо, что они еще эту тревогу не подняли. Бляха, вот в этих кустах, блин, ты увидишь кого. Но поэтому так, готов. Там второй живой еще, да? Вон он. Блин, чуть не попасть. А деревья можно прошибать деревья, нет? Вы там что-то взорвалось. Так, ладно. Молодец. Так, держи. Он меня потерял. Так, погоди, а где он? Есть-то. Он может быть... Кстати, он меня потом почти заметил. Он может быть там вот внутри, да. Как я вижу. Так, ну в принципе... Блях, если бы можно было сохраняться, я бы сейчас сохранился. Я помню такую фишку в этой игре, то что она бывало сохранялась, короче, прям вот, ну вот прям вот в ненужных местах. Есть такое. Это прикол, кстати, вообще старых игр, многих. Депортура. 08.00. Это либо время 8.00, либо фиг знает, что это. База, сопли какие-то, Old Fort. Кетчуп? А, или это...
А, это огнетушитель. Опа, карту взял. Это огнетушитель. Я думал, нифига себе, такая большая бутылка кетчупа стоит. Офигенно. Тут что-то у нас, что у нас тут? Нот. Нот со. Сои. Парель такой фиг. Окей. Так. Ничего. Опа. Мне сначала на секунду показалось, короче, морда чужого. Жалко не почитать. Было прикольно, если повели еще какое-нибудь чтиво в игру. Так, окей, на. Здесь у меня точка еще, в принципе, есть. Вон, видишь? На карте у меня зеленая точка есть. Так, я могу как-то отключить или сломать? Понятно. Пошумел только, я не знаю, остались здесь еще враги или нет. Можно, в принципе, вот так вот побегать. И тогда мы узнаем, остались ли враги или нет. Тир. Снайпер. У него там снайперская есть. Здесь прикольная, по-моему, снайперская винтовка. Прикольная. Дробаш, по-моему, прикольный. Нет. Снайперка, наверное, еще рано. Так, ну давайте взглянем. Есть тут кто еще? Окей. Нет никого. По крайней мере... бинокль не заметил никого. Так, хорошо. Хорошо. Давайте походим по ангарам. В этом ангаре я был, да? Оттуда я вышел. Полазим по ангарам сейчас. В принципе, аккуратно. Они могут в ангарах быть. Комикс? А, нет, не комиксы. Что-то тут... Чел показался трактор. Нарисован, этот джипарь. Так, что это? А, открыть дверь. Жопой, что ли, открывать будешь? Жопой, стою к двери, написано, нажмите действие, чтобы открыть дверь. Так, броник, зашибись. Ага. Ага. Армори, окей. Окей. В шкафчиках нельзя, да, полазить? Тут никого? Ух ты, там что-то закрыто, там много всего. Я, походу, нашел место с ништяками. Ништяк. Лоп. Зашибись. Гранаты. Еще М-ка. Еще М-ка патроны, еще. Ну и все. Бляха. Так. Тут вот гетто. Ага. Окей. Так. О. Опа, да он не один. Их там двое. Патрули, да, наверное? Сейчас мы избавимся от этих патрулей. Готов, да? Так, а второй? Ко мне придешь? Или мне тебя звать надо? Вон он. Да ебте мать, уйди ты от дерева-то. Вот. Какой послушный-то. Красавчик. Все. Здесь, кстати, на звук могут еще прибежать еще другие. Фонтанчик. Ой, водопадчик. Угу. Еще бинокль. Наверное, на случай того, что если бы я не взял бинокль. Там что-то. Ну-ка сейчас проверим. Мне надо украсть вот эту машину. Сейчас здесь посмотрим. Бляха, не залезть, что ли? А, это вертолетная площадка. Ясно.
Ясно, понятно. Ну, поехали. Командир, твой на станции заправки в старом авианосце. Боюсь, тебе придется пробраться туда. Авианосце? Да. Один из легких японских авианосцев сел тут на миг во время Второй мировой войны. Наемники Кроу превратили его в свою заправочную станцию. С каждой минутой становится все интереснее. То ли еще будет. Осторожнее. Так, понятно. Пробраться на авианосец. Ну, поехали. Я могу, кстати, стрелять? Да. В машине, что хорошо, можно просто прогнать мимо блокпостов всяких. О, свинка. Это, наверное, те свинки, которых я освободил. Погоди, я не туда поехал, походу. Вижу тебя, сдохни-ка! Так, ладно. Или, а куда мне ехать? Я заблудился уже. Я, как всегда, в своем репертуаре. Ты слышишь? Я этот. Водятел ищу то. Окей, опа, а вот ты что и говорил. Во время прям погони, короче, сохранилось. Я убью тебя. Яха. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Точка взорвалась. Бляха. С катера стреляли, что ли? Они пальнули, короче, в обе тачки. Нихера себе. Гордос. Опа, смотри, самолет. Не видел? Так, там кто-то где-то видел какого-то. Бляха, я еще сохранился. Нахер, умри. Умри, 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 умри. Так, мне бы бинокль, наверное, посмотреть. Так, отметил. Там никого, да? Зашибись. Так, ладно. Он бежит. Готово. Ништяк. Бляха, где-то еще. У меня шкала видимости, короче, начала там подниматься. Эй, вы. Моя шкала поднимается. Где-то там. Или откуда? А, во, бежит. Вон откуда. Еще кто-то. Ай-яй, ай-яй. Давай, умри. Все, ништяк. Надеюсь, это все. Не дают даже самолетик посмотреть. Старый развалин. Это, наверное, современный... А, Япония. Японский. Это же японский, да, знак? Японский военный самолет, получается. Еще, смотри, самолеты. Ништяк. Кто-то меня видит. А я никого не вижу. Могут загасить. И непонятно, бляха, с какой стороны-то. Я-то почему не вижу? Даже через бинокль. Где я? Сейчас стрелять начнет, я увижу. Наверное. Бляха, вы где? Кто меня видит? А вон тут авианосец. Окей, сохранка. Хорошо, Дойл. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Так, пробоину я вижу. Окей. На борту... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Сколько их там? Сколько их там, мать твою? Это только снаружи. Полюбасу внутри, наверное, вообще целая куча. Так. А погоди, вон еще пробоина.
Про эту пробоину или он про ту пробоину говорил? Наверное, вот про эту. Скорее всего, под водой, чтобы проплыть. Интересно, они меня увидят, как я буду нырять? Так, ну пока игра идет гладко, пока все нормально. Как у нас с вами проблем как таковых не возникло, но это только начало игры. Я говорю, там будет дичь. Опа, еще самолет, смотри, разбитый. Так, мне бы вынырнуть и вдохнуть. Потом опять занырнуть. Леха, катер что ли? А я сейчас задохнусь. Да, там рыбок сколько. Давай, Рещи, ты плыви. Рещи, плавать умеешь? Вон он, стреляйте в дыру. Стреляйте в дыру. Воу, баба-то-баба.